Наконец-то мы здесь, Барби. Давай, пошли. Вау, какие же у нее длинные волосы. Здравствуй, Барби. Я освободилась, а до тебя я сушила волос этой прекрасной девушки. Может, ты первая подойдешь? Нет, ты. А я и тем временем посижу и почитаю журнал. Что бы ты хотела сделать с волосами, Барби? Не знаю, можно было бы покрасить. В последнее время модно красить в розовый цвет. Можно добавить несколько прядей. Ага, мой розовый цвет здесь. Этот розовый цвет, он очень модный. Твои волосы здесь немножко спутались. А теперь можно приступать к окраске твоих волос. Хорошо. Так. А сейчас время закрыть и подождать, пока высохнут твои волосы. Ты должна подождать 15 минут. А что бы ты хотела сделать со своими волосами, Томмика? Я предпочитаю сделать локоны. Здесь у меня бигуди разных цветов. Хорошо. Все, ваши волосы уже готовы. Ну все, Барби, я открываю твои волосы. Ну что, ты волнуешься? А, я могу посмотреть в зеркало? Как же красиво! Томмика, я влюбилась в свои новые волосы. Барби, розовый цвет – это твой цвет. Так, а сейчас снимаем бигуди с твоих волос. Это очень красиво, я очень влюбилась. И в конце вот эта красивая заколочка. Угу, приколем заколочку сюда. Нам обоим очень понравилась твоя работа. Большое тебе спасибо. Пока! Пока, девочки!